Катюш, доброе утро. Привет всем выжившим. Да, мы не ожидали, конечно, что у нас здесь будет плата с их ходуном ходить от тусовок. Но все равно красивый рассвет. Даже не скажешь, что было холодно. Вот, еще. Еще одна. Матусечка, скажи, а я спала, все равно хорошо, да? Матуся, детки, скажи, всегда привет. Хорошо. Красота, конечно, с утра неописуемая. У нас такой аппетитный завтрак. Вот, чего только здесь нет. Даже тофу паштет. Зелень. Классно. Только дети не хотят мои есть. Вовка, пойдем в туалет сходим. Пожалуйста. Мы сам в туалет не будем ходить, мы в кустики сходим, пошли. Главная достопримечательность сегодня — это вот этот американец с Австралии, он сказал, я вспомню. И вот он делает такие фотки. Прикольно замутить. Смотрите, как люди спят на обрыве. Мне кажется, это вообще не шуточки. Вот так вот повернешься, блин, и покатишься вниз. И не остановишься. Тут с обрыва такой сквозняк, да, нереально холодно. Тёма аж туда вот прям до кустов докатился. Такая вот обсерватория здесь заброшенная. Когда-то Советский Союз построил ее. Представьте, как было сложно довести материал сюда. Просто не представляю, как это можно было сделать. Сейчас все это замерло, ничего не работает. Ну, пообнимайтесь еще. Ой. Вот так. Тут палатки надо собирать и климатику снова мой. Все, домой едем. Да. Матуся, пока-пока, скажи. Пока-пока. Путешествие наше почти закончилось. Короче, вот столько шмоток привезли. Вроде столько съели, да, но все равно все какое-то тяжелое и вещей много. Вов, тебе понравилось наше путешествие? Биби, биби. Да, биби. В общем, супер занятие для детей оказалось. Вовка уже полчаса сидит, тут что-то вырезает из этой коробки. Вов, ты что хочешь сделать? Хочу так тут длинный. И мой золотой. Ты режь, пилить не получится. Давай все повыбираем. Ты сегодня оладушки шоколадные с бананом делала. Половину съели. Марта вечно лезет повыше и поопасней. Ты посмотри. Марта, можешь упасть. Смотри, осторожно. Не-не-не, ну я... Смотри, испугалась. Не хочется падать, да? А давай вот будем ходить, давай. Ходить будем вот так вот. Смотри, я тебе сейчас тут поставлю. Ой, на улице невозможно находиться, очень жарко. Вот и ходите. Я тут... Режу Марте апельсины кусочками, такие вкусные, нереально. Вот, не знаю, что это за сорт. Попросит она. Она просит. Еще будешь? Нет. Нет? Еще будешь? Наелась? Смотри. Так вкусно? Аккуратней. Вот это не игрушка. Да. Еще будешь? Ага.
Еще? Да. Сейчас. Сладкая моя. Ой. Да. Да, да. Смешная ты. Ты смешная. Да. Да, я знаю, что ты смешная. Сейчас еще порежу. Еще будешь? Да. Вот этот лезвий и положи в тесто все и все. И что ты будешь делать? Есть. Все, все. Слазить хочешь? Все, поела? Или еще будешь? Будешь еще? Да. Все. То, что заказала Сайхёрб, коллоидное серебро во время простуды, признаков простуды, можно принимать даже каждые 3 раза в день, я бы рекомендовала. По чайной ложке, по столовой ложке, в общем, вреда от него не будет. Очень хорошо помогает бороться с простудой, либо с любыми признаками очищения организма. Это йод и цинк. Обычно пью вместе, йод, цинк, они хорошо усваиваются на пару. 1 пипетку цинка и 1 капельку йода. Прополоскать горло можно и выпить. Тоже при признаках простуды, боли в горле, в общем, все что угодно. Любые признаки очищения, эти помощники работают как помощь организму. Вот, так что ссылочку на все оставлю внизу. Это такие самые must-have для любой мамочки и взрослого тоже человека. Ставила картошечку, быстро пюрешку, чтобы сделать. И вот 5-минутная капуста, самая вкусная. Просто посолила и на масле поджарила 5 минуточек. Сейчас еще дойдет. Вовка, ты почему Марту бросил? Потому что воняет. И что теперь? А вдруг она там что-то съест? Ну-ка, быстро. Где она, моя девочка, там сидит одна? Ой, ты моя маленькая. Покакала. Покакала? Ты покакал? Покакала. Да ты что, давай проверять. У детей капуста, картошка, салатик. Клим как раз голодный прибежал, да, мы? С улицы. Вовка тоже ест. Сейчас Матуся. Матуся уже капусточку поела. Сейчас, может, картошку поест. Вот, накормила детей. Теперь все это надо убирать. Стульчик помыть. Ой, и самой доесть капусточку. В тишине, спокойствии. Дети пошли гулять. Марта у бабули. Это что такое? Вы тут развели. Почему столько воды, Клим? Ну, погладь, погладь еще Гарика. Скажи, Гарик, Гарик, хороший. Убегает. Мне надо было не звать. Ну, пожалей его. Нет, 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 я тебе сама дам. Я тебе сама дам. Давай, жалей, жалей его, гладь. Гарик, сюда иди. Ты погладь. Гарик, иди сюда. Иди. На. На, Матуся. Марта. Ой, как хорошо. Сейчас подождите чуть-чуть, я пойду пилотику поставлю кушать, а я вот запарена сейчас. Катя. Гарри, иди, иди погладь, вот так погладь. Скажи, хороший, хороший, Гарри. Погладь, 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 хороший, хороший. Боишься? Смотри, мама. Чё, боишься, Мартуся? В общем, сегодня было так вкусно, я решила повторить сайбели, тоже капусту поджарить. Вот так я кубиками режу. Что? Галина готовила. Да? Мама! А. Это она нам дала. Мам, я тут чушь ночевкой. В горы опять? Да. А я думала, тебе не понравилось. Не понравилось. Хочешь опять в палатке спать? Да. Ну, наверное, поедем, что-нибудь придумаем. А возьми мне белую рубашку. В горы?
Зачем в горах белая рубашка? Пошли покажу. Это ветровка. Ой, привет, Мартуся. Пюрешечка.